что настало время баклажанов, пора уже их сеять на рассаду, чтобы они успели нам принести хороший урожай. У меня в этом году вот множество сортов, сейчас покажу, какие. Это вот такой вот от гавриша икорный, грибное удовольствие тоже гавриш, бычье сердце и зелененький от Сидека. Два таких интересных, вот буржуй тоже Сидек. Агат вот такой сажала в прошлом году, он мне понравился, вот у меня остались еще немного там семена. Буду тоже сажать. Царская икра от Агроуспеха тоже понравилась мне в прошлом году. Буду в этом году еще сеять. Такой снежок тоже пробовала. Довольно урожайный, вкусный, тоже хороший баклажан. Хозяин-барин тоже у меня прошлогодний, можно сказать, фаворит. Тоже хороший баклажан, урожайный, крупный. Тоже буду сажать. И вот такой тоже еще один новенький. Большой улин от Сибирского сада. Ну, приступим к посеву. В принципе, сажать буду так же, как и перцы, по тому же принципу. Вот в такие стаканчики, отдельно каждый сорт, потому что это очень удобно, как я поняла. Сейчас у меня уже начали всходить перцы потихоньку, но всходят не все сорта. И я просто беру и вот так вот достаю на подоконник то, что взошло. Это очень удобно, остальные остаются. Также я закрываю обратно этим же пакетом, и они дальше стоят там на батарее и всходят. Кстати сказать, ничего не запаривается, ничего не горит, и как бы не пропадают семена. У меня батареи в доме, ну, можно сказать, огненные. Очень горячие, и тем не менее стоят вот эти вот ящички с этими стаканчиками на батарее, ничего не горит, и семена всходят. Это я о перцах. Баклажаны поставлю также. Здесь вот, я так понимаю, все-таки достаточно земли для того, чтобы они не горели. И, в общем, хорошо все всходит. В общем, мне понравился этот способ, и я баклажаны буду сажать так же, потому что они также в тепле всходят, они тоже теплолюбивые, им нужно тепло. В общем, буду сеять так же. И, кстати говоря, перцы, которые я посеяла в такие, в такие лоточки от... Ну, вот мы мясо, например, покупаем, там какую-то куриную грудку, да, например, в супермаркетах, и такие лоточки, ну, у меня сейчас нет при себе, такие лоточки, они не очень высокие, примерно вот такие, может быть, 2 сантиметра высотой, и тем не менее, они тоже стоят на батарее, и в них тоже ничего не горит, прекрасно всходит, и, в общем, уже тоже там перцы начали всходить. В общем, я очень довольна именно способом, вот что ставишь на батарею и выращиваешь. И вот такой вот способ в стаканчиках очень-очень удобный. Действительно, для разных сортов очень удобно. И буду продолжать также сажать. Вот баклажаны сегодня сажаю также.